Обычная трагедия с обученного. Оно создает иллюзию того, что оно событие встречи для двоих. А на самом деле, только для одного оно является событием, и этот первый включается на всю свою силу и мощь в надежде на сбытие и уверенности, что и второй в игре. Но потом оказывается, что весь этот спектакль был только для одного, и вся его энергия, мощь и сила послужили питательной силой события, и не более того. А тот второй все время в недоумении, что это происходит с первым. Он какой-то не такой, был нормальный человек, а теперь человек-чудак. Ну его, лучше постоять в стороне или пройти мимо. И почему он не кричит «посторонись»? Так что события встречи, тот еще манипулятор, режиссер, маг и пожиратель энергии одного, того особыченного, которому оно постучалось осенним, ненастным вечером. Обычная трагедия особыченного.